Вот в Фосте в центре нарядили елочку. Необычно, конечно. Тепло 18. И сегодня на солнце было 17-18 градусов тепла. Мы на море загорали, стояли. А тут елочка. И вот декоративный такой кактус. Красивый. Вместе с елкой. Сочетание необычное. И кактус, и елочка. А прямо в декабре высадка цветов, да? Тюльпаны высаживаете в декабре всегда, да? Ноябрь-декабрь. И маргаритки. Понятно. Ага. А вот это камнеломочка, наверное, нет? Это белый, голубой такой цвет, да? Красивый. Вот так идет высадка в декабре цветов Костя. Очень красиво высаживают. Вот они привезли и будут высаживать красоту в декабре месяце. Пока мы прогулялись, уже засадили. Вот он полностью сделан. Уже успели проехать по газону на машине. Вот такую вот клумбочку сделали. Красивую возле такой пальмы. Высадили уже клумбочки и капустку декоративную. Красиво. Клумбы с капустой смотрятся. И анютины глазки. Там тоже клумбочка. Вот они, цветут. Красавчики. И розочка еще. Вон сколько их много. Колокольчики, дурман, как у нас называется. Красивые граммофончики. Вот они. Вот они. Воронка. Целая красивая. И второе дерево. Листьев мало, а сами воронки. Кустик красивый. Растет. Бесподобно называется. Идет юка, красавица, вот она. Красивая растение, там уж мула доцветает еще, красота какая. Уж мула цветает уже. И достанем. Вот они. Идут как горошины. Листва какая. Красивое растение. Классно смотрится. Вот она, с пальмочкой такой. Пальма здесь. Вот она. Такое растение красивое. Вот она. Композиция красивая.
куст какой огромный и расцвел. Но пока название не знаю, не могу сказать. Вот они, беленькие цветочки. Только-только распускается. И получается, что это они так цветут, а плоды, а, вот, вот они раскрываются, вот они, это такие, как ягоды, а потом они вот, вот они раскрываются, и получается там вот это соцветие, вот это, вот оно что, так что с этого, с этих вот ягод распускается, получается вот такая красота. Юнок, но он плющ местный, красивый такой, прям зелень насыщенная такая, в сравнении вот он плющик какой красивый. Цветочки мелкие, вот, еще только-только распускаются. Вот, в декабре цветут нарциссы. Вот они беленькие, мелкие только, но все равно красиво. Возле моря дышат воздухом морским и цветут. Вот такая красота. Сиреневым цветет. Подобно прям декабрьские цветочки. Вот она, осака, по-другому как-то она называется. Возле банана, возле пальмы. Такая разновидность такая. Он цветет в декабре. Местные тоже не знают, как называется, но цветет. И он пчелки, мухи, ос, вернее, он и не летают. Вот такое вот красивое. И цветет. Похож такой лист огромный. Но не знают, как называется. Много таких кустарников, которые цветут вот в декабре. Название местное даже не знают. Вот он. Вот он цветет. Вот такой красивый, но колючий. Такой колючий-колючий. Мы живем вот там, где-то. Ну да. Ой, сколько. Да, она начинает зацветать. Вон она. Вон, видишь, цветки. Выпускает цветоносы.